тема интересна. Вот, а я потом потом расскажу про нас. И потом будет наш концерт. Здесь, наверное, родители, да? Да, родители, да. Здравствуйте еще раз. Наша школа называется «Благоговение». Мы, в общем-то, духовно-певческая школа, церковная, можно сказать. Каждое воскресенье детки поют в церкви Иоанна Богослова. Школа находится в городе Волжском. Это город-спутник города Волгограда. Довольно далеко отсюда. Но мы частые гости Москвы. Пели в Свято-Даниловом монастыре. Выступали тут на международном фестивале, на 6-м международном фестивале православной музыки. Сегодня снова мы здесь, вот на этом, на 11-м международном фестивале. Школа наша существует 6 лет. 6 лет. Основана она на базе ансамбля, вокального ансамбля детского «Благоговение», который существует уже 10. То есть мы первые, которые начали петь тут православную духовную музыку на концертах, открыто. Вы знаете, что для времена, когда это не поощрялось. И сейчас вот такой у нас хор. Хор, конечно, побольше, мы не всех привезли. Нужны финансы, средства, чтобы привезти такой коллектив. Надо чем-то пить, да? Платить за гостиницу. Поэтому не всех мы взяли в эту поездку. Вот. Но это, конечно, основной наш состав. Мы сейчас покажем вам музыку в нашем репертуаре музыка женской гимназии России прошлого века и хоровая богослужебная музыка, та, которая поется на богослужении, на литургии, на всеночной православной церкви. Мы привязаны к нашему храму, мы дети исповедуются, причащаются, вот, и поют каждое воскресенье литургию в храме. И кроме того, поют на праздниках, таких как Рождество, Пасха, и даже в ночь они с удовольствием всю ночь не спят, поют на ночных богослужениях, на всеночных. Вот на Рождество они всю ночь пели в храме. Там, конечно, и условия, чипоны ходят. Но вот, тем не менее, для них это интересно, романтично. Хотя малышей, конечно, мы не берем на ночные богослужения, но вот такие. Так, ну сейчас мы уже... Давайте. Замечательная школа, очень красивая. Кстати, я два слова для ваших деток скажу. Тут вижу, тут же еще гости есть какие-то, да, которые приехали. Вы гости на первом ряду стоите, потому что я два слова про нашу школу. Вот у нас школа называется детская хоровая школа «Весна». Это как бы обычная музыкальная школа, только не все дети поют в хоре, поют очень серьезно, как бы это основа их музыкального воспитания. Хотя, кроме того, что они поют в хоре, все играют на фортепиано, абсолютно все, все изучают сольфеджио, музыкальную литературу, как положено, в любой школе музыкальной. Вот. Хоров на школе много. Это здесь сидит старший хор. Здесь поют самые старшие ребята, начиная с 10 лет, с 10 до 15. Вот. Еще, кроме этого, у нас есть подготовительные, где поют 5-летние ребятки, дошкольные, 6-летние, младшие, там поют первоклассники, кандидатские, там поют 2-й, 3-й класс, вот они частично здесь сидят. Да. И потом уже все ребята переходят сюда. То есть вот так много-много хоров по возрасту, где ребятки расположены. Эти хора. Поем мы музыку, естественно, разную совсем, потому что наша задача ну, никак не связана с церковью, естественно, это обычная государственная школа. Вот родители платят в месяц 12 рублей за обучение детей. Да, смешная такая сумма. Вот. И задача наша просто, чтобы они любили музыку, понимали ее, знали. Поэтому репертуар, который мы поем, очень огромный, очень разнообразный. В основном это классическая музыка. Вот, как духовная, так и светская классическая музыка. Очень много зарубежных композиторов. Вот. А духовную музыку тоже очень любим петь. Это я тоже с полной уверенностью говорю, что она ребятам очень нравится, именно как музыка, как произведение искусства. И поем ее тоже очень давно, больше 10 лет, давно очень поем русскую православную музыку, еще до всяких наших вот таких тоже моментов. Да. Как только познакомились, как открыли для себя, что это прекрасная действительно музыка, так стали петь. Первое это была Чеснокова «Сопромис», которую, к сожалению, не все ребята знают, но кто-то пел, да, мы уже не пели. Вот, тюрбинская песня «Сопромис». Так что вот так. Руководит нашей школой, директором нашей школы, основателем ее, нам через месяц исполнится 34 года, является отец Сергеевич Пономарев, который, к сожалению, сейчас очень болен. Вот. Но уже выздоравливает, лечится. Вот, сейчас находится в Словакии, в санатории. Вот.
Ну, вроде бы все, вот, несколько слов. Потом мы вам покажем обязательно нашу школу, она очень красивая. И всю эту красоту, которую здесь видите, и в зале, и вообще в нашей школе, это все мы создаем сами. Никто нам в этом не помогает, как бы спонсоров у нас никаких нет, вот только ребята, которые тоже очень любят нашу школу. Да, как спонсоры. Ну, во всяком случае, берегут и помогают родители, очень много делают, без родителей мы бы ничего не смогли сделать. То есть у нас такая, в принципе, здесь домашняя атмосфера, которая сегодня, я думаю, будет на нашем концерте сложена. Вот. Ну и так, наверное, вам предоставляется музыкальное слово теперь. Поскольку у нас совсем недавно прошли рождественские праздники, у нас очень большая программа, я говорила, что мы также поем хилигинские или служебные песнопения, но сегодня мы более легкую программу для вас покажем. Это рождественские канты, рождественские канты, что там еще у нас? Thank you.
всю литургию. Наверное, вы знаете это произведение. Большое, такое серьезное. Вот спою несколько фрагментов. Марина, объяви, пожалуйста.
хотели спеть, еще из литургии хотели спеть кусочек символ веры, только уже из другой литургии, если наши новенькие все сдали. Все сдали? Так, все сдали вам. Хорошо. Тогда мы с вами сейчас символ веры из литургии Бахнянского. Не пели? Знаю. Знаете, да? Хорошо. Thank you.
Так что у вас на память останется наш дух.